что? Дом, человек, квартира, работа, страна или нет? Как много вопросов, я жду свой ответ. Я жду на перроне ответ. А люди, вернувшись, раскинут свой свет. Широкие спины пошире ракет. Так бережно скажут, смотря мне в глаза, что Родина — это планета Земля. Спасибо. Я уже где-то неделю нахожусь в Душанбе, и у меня появилась возможность приехать просто отдохнуть. Я больше проводила времени с семьей сейчас, дома. Вот ходила на днях в театр оперы и балета на очень красивый симфонический оркестр, концерт. Очень, конечно, мне нравится, как выглядит опера и балет, и то, как вообще какую-то музыку сейчас играют, прям горжусь. Сделали концерт в рамках неотменяемого тура. Надеюсь, что в следующем году мы тоже сделаем еще один концерт в Душанбе. Ну и работать в сфере помощи женщинам, мигранткам, беженкам, продолжать эту деятельность. И, так сказать, чтобы наш фонд смог открыть здесь филиал тоже. Я знаю, я очень хорошо дружу с группой «Авеста», только очень их люблю. Это такие мои наставники музыкальные, много лет уже, я их люблю очень. Конечно, трудно. Конечно, трудно, и не всегда есть, так скажем, стопроцентные силы, и все равно иногда устаешь, иногда думаешь, что ничего не получится, но мне повезло с семьей, мне повезло с близкими, которые меня поддержат в трудные минуты, и я продолжаю свой путь. На будущее продолжать петь, несмотря ни на что, выпускать больше музыки, выступать и жить, быть счастливым, здоровым человеком. Спасибо. Я про Таджикистан написала очень много песен в своем творчестве. Песня «Изумруд» посвящена Таджикистану, песня «Дом» посвящена Таджикистану, песня «Город солнца» посвящена Таджикистану, песня «Мама», там есть отсылка к Наргиз Бандишой. В моем творчестве всегда есть Таджикистан, и я специально этого не делаю, точно так же, как я специально не пишу песню о русских женщинах. Я очень это чувствую, действительно, везде, куда я ни пойду, люди так по-доброму, по-человечески относятся. Я очень люблю таджиков, это очень добрая нация, очень отзывчивая нация, очень воспитанная нация. Хочу пожелать им, чтобы они не переставали мечтать. Впереди Новый год. Пусть уже готовят свои мечты, загадывают их в новогоднюю ночь. Я верю, что новогодняя ночь в себе несет волшебство. Очень хочется, чтобы каждый человек, кто столкнулся с неприятностями, с сложностями в 2022 году, нашел и обрел любовь, доброту и мечту, которая сбудется в 2023 году. Спасибо.